Каждый из нас, каждый мужчина и каждая женщина мечтает об идеальной благополучной семье. Каждый мужчина мечтает, чтобы его женщина, его жена была для него музой, которая вдохновляет его на творчество и новые победы, которая с любовью и уважением прислушивается к его мнению, которая старается помочь ему во всех его достижениях. Каждая женщина мечтает о мужчине, который будет заботиться о ней, понимать ее, за которым она будет, как за каменной стеной. Каждая женщина мечтает о мужчине, который будет восхищаться ею именно как женщиной. Обожать ее как любовницу, ценить ее как хозяйку, боготворить ее как королеву. Если в браке мужчина и женщина встречают именно такого мужа и жену, то они становятся полюсами, между которыми течет созидательная энергия любви. И семья, в которой первое место занимает именно супружество, превращается в магнит благополучия. Магнит, который притягивает обстоятельства, людей, деньги, удачу, благосостояние. Если вы хотите, чтобы ваше супружество стало источником благосостояния для всей семьи, то мы готовы поделиться с вами своим рецептом. У нас есть формула любви, и мы раскроем ее вам в нашем курсе «Энергия семейного благосостояния».